друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и добро пожаловать на один блок опыта в Майнкрафте, ю-ху! Это уже наша третья серия выживания на данном блоке. И вы только посмотрите, как мы с вами уже здесь разжились. У нас есть ферма дерева, у нас есть ферма мобов, которая куда-то пропала. Я сейчас даже не знаю, куда она пропала. Мы с вами посетили гигантский стол зачарования и узнали, что можно зачаровывать предметы на рандом, на 30 уровень. Кому-то везет, кому-то нет, кому-то ставят лайки, кому-то не ставят, кто-то подписывается, когда кто-то не подписывается. Очень все это рандомно. Начинал я это выживание один, и ко мне подключился мой великолепный друг Акаки, но... Стоп, а где Акаки? Ребят, кто-нибудь видит Акаки? Так, у меня есть идея. Давайте мы все вместе с вами сейчас 3 раза прокричим Акаки, и он должен появиться на сервере. Вы готовы на счет 3? 1, 2, 3. Акаки! 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 Что-то не сработало. Ладно, есть другая идея. Все кричим, ненавидим кнопки. 1, 2, 3. Ненавидим кнопки! О! Сработало! Получилось! Ха-ха! Так и думал! Привет, Акаки! Я не понял, кто это сказал сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, успокойся. Как-то это было странно, меня как будто сюда позвали. Ну, позвал ты, как будто еще 7 миллионов подписчиков, что ли, твоих? О, да, у нас-то уже это 7 миллионов подписчиков, 7 миллионов друзей на канале. Ну, я тебя спешу поздравить, наконец-то у тебя 7 миллионов подписчиков на канале. Я надеюсь, что у тебя будет 10 миллионов подписчиков. Я завидую каждому, кто подписан на твой канал. Но вот кто не подписан, это... Я бы задумался на вашем месте, кто еще не подписан. А как и золотые слова, золотые. Ребят, вы слышали, вы слышали? А где наша ферма? Ты ее взорвал, что ли? Не, это был не я, это не был не я. И не забывайте ставить лайки, чтобы следующая серия вышла как можно скорее. Ведь мы под прошлым набрали 100 тысяч лайков. А вы помните, один уровень в Майнкрафте это 1 лайк. Вы помните, как это работает. А как я уже начал выживать, и я вместе с ним. Поехали! Опа! Еда. О, что? Подожди, ты сейчас добыл блоки, из него выпала овечка? Нет, я просто нажимал правую кнопку мыши. А-а-а, тогда понятно, как. Если что, это не настоящий один блок. Это не то, это совершенно не то. Наш настоящий один блок находится вот здесь вот. А тут у нас житель зато появился. Слушай, чего? Че там? Он торгует опытом. В смысле? Обманул меня, да? Развел еще моим мечом ударил, вообще офигел. Житель, что смотришь, помочь? А, понятно. Так, Акаки, ну что же, чем мы сегодня будем с тобой заниматься? Во-первых, у нас пропала ферма мобов куда-то. Ребят, кто знает, напишите в комментариях, я, если честно, не знаю. Это нам нужно исправить, это первое. Потому что там курицы, которые несут золотые яблоки, точнее, яблоки из опыта. А, ну да, ты же мне в прошлый раз показывал. Слушай, это очень прикольно, я только что сделал полностью эпические ботинки из опыта, полностью эпичную броню. Серьезно? Хорошо, тогда так. Ты сейчас этим будешь заниматься, фармить опыт и находить мобов. А я пока что также скрафчу себе супер крутую броню, потому что у меня все эпическое. А, нет, у меня не все эпическое, у меня штаны обычные, ботинки обычные, шлем обычный. Еще они почти сломались, поэтому самое время апгрейднуть. Слушай, ну у меня курица появилась. О, отлично, веди ее в загон. А семечки? А где я семечки возьму? Семечки? Так это, подсолнух поставь, я не знаю, как. Ну придумай что-нибудь, ты же умный. Хотя сомневаюсь. Короче, давай, делай уже что-нибудь. Итак, напоминаю, для того, чтобы нам сделать супер эпические доспехи, нам нужны легендарные склянки с опытом. Пока что у меня из склянок вообще ничего не осталось. А как, у тебя есть склянки? Тебе склянка именно обычная нужна? Да нет, мне желательно опыт, потому что у меня всего лишь один опыт. Тебе нужна легендарная склянка или обычная, усиленная? Легендарная. Вот, на, держи, если что. Сколько у тебя? Ты пока меня не было, ты что, здесь все добывал, что ли? Просто у меня с прошлого раза сохранилось. А, подожди, у тебя есть одна легендарная и одна усиленная. Нам все равно придется добывать. Нет, одна из что обычная, ты меня обманываешь. Нет, я тебе дал 2 усиленные. Нет, ты мне дал 1 усиленную. Ты мне 1 склянку с опытом отдал. Один, я выпью, все. Что? Доволен. Че вообще? Так, Акаки, знаешь что? Вот, Акаки, покажи мне вот этот меч на дачу. Я подписчикам покажу. Вот. Да не-не-не, я хочу это прочитать название его. Да? Да. Так здесь каменный меч, так написано. Вот каменный меч. Да не-не-не, я хочу описание этого меча рассказать. А, слушай, защита от снаряда. Да не-не-не, просто отдай мне это, скинь мне этот меч, я покажу. Подожди, здесь прочность еще написана. Ой, все, короче, я пойду добывать опыт другим способом. Вот дождь пошел, буду собирать опыт. Понятно, и не нужны мне твои подачки вот эти, ага. Так ты сам попросил. Лома, нифига себе, прикинь! Из нее, кажись, падает кожа. Я могу ошибаться, как. Попробуй добыть ее. Да, выпадает кожа, отлично. Только непонятно, где нам семена находить. О! Акаки, ты что это там делал сейчас? Наклонился, что-то вот так посмотрел? Не, ничего. А что? Ничего, я пошел, давай. Давай. Эх, Акаки, придется делать все за тебя. Так, с усиленной превращаем в легендарную. Не хватило, продолжаем фармить опыт. Фармим опыт. Держи. Мы на опыте. Да я на опыте. Мы фармим опытом, копытом, с допытом. Слушай, она не хочет идти. Так пинкай дай. Давай, Акаки, я посмотрю внимательно, как ты это делаешь. Давай, покажи мастер-класс.
Вообще-то не по собиранию опыта, а как и... Корова убегает. Извини. Во, давай, иди сюда, иди так, сюда. Так, 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 хорошо, хорошо. Что, давай, давай, какие у тебя хорошо получается. Ну вот видишь, как работает, нужно было просто пшеницу в руки взять, и все, готово. А я с чем бегал, по-твоему, с глазом паука? Нет, с топором ты бегал, я ж видел. О, кстати, а что это? Глаз паука. Погоди, 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 не-не-не-не-не. Что это? Куда ты? Отдай мне мой опыт! Отдай! Отдай мне все опыт! Куда забрал у меня опыта? Все, это мое! Так, Сакаки, либо ты мне сейчас отдаешь опыт, либо я ем этот паучий глаз и отравляюсь. Ешь! Ладно. Быстрее! Опыт, 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 опыт! Все, легендарная скалька, я успел собрать весь опыт, Акаки, ха! Ты серьезно? Ты упал, что ли? Ну да, конечно. Я упал, но не головой вниз. Да отстань, скелет! Ой. Ой. Акаки! У нас ферма пропала снова! Интересно, почему? Я не знаю, скелет убил корову, походу! А что это за взрыв такой был? Зевс с небес ударил молнией, не видел, что ли? Я в шоке вообще, Акаки, я... тяжелый один блок из опыта. Ты кого пытаешься обмануть, вот скажи честно. Я не знаю, какие-то... Давай это продолжай, надо находить мобов. Слушай, я опыт собираю. Так ты не этот опыт собирай, собирай опыт с одного блока. Я собираю с деревьев. Эх ты, древесные джунгли, Маугли. Слушай, а тебе еще опыт нужен? Да, конечно, давай. У меня сейчас здесь 14 уровней опыта. Пожалуйста, сделай эту склянку легендарной. Ну, на тебе одну легендарную, на тебе вторую легендарную. Ты как это Ладно, я даже спрашивать не буду. Я тебе сказал, я с деревьев собираю, они растут там. Ну что же, дамы и господа, настало время делать супер крутую броню. Так, поначалу нужно бы очистить инвентарь. Кстати говоря, как я предлагаю сделать там наконец-таки сундуки. Впервые в этом выживании, первые наши сундуки. Так, поставим мы их, ну, где-нибудь вот здесь. Здесь будет наш домик, построим здесь домик. Слушай, ну я пошел тогда делать домик. Я пока что все это скину, как мусор, а потом если все рассредоточимся. Слушай, а у тебя есть еще дополнительные склянки? Я бы тоже сделал себе что-нибудь полезное. Акаки, у меня склянки, да, вот есть одна лишняя, держи. Но вот есть проблема, у меня шлем на проклятие несъемности, я не могу его снять с себя, поэтому, Акаки, убей меня. Он останется у тебя. Не-не, он почти сломан, он должен сломаться. Так, не получилось, Акаки, давай еще раз. Во, все, сломался. Отлично, сломался, спасибо, Акаки. Расшиб мне голову, но ничего страшного, в принципе, помогло. Да ты обращайся, если что, я с удовольствием тебе буду ломать лицо. Кстати говоря, друзья, если вы не заметили, у нас здесь есть очень жесткое испытание, жесткое, рисковое. Дело все в том, что эта дождь спавнит бесконечное количество опыта, а чем больше опыта, тем больше лагает Майнкрафт. Если он полностью залагает, мы не сможем проходить дальше, Акаки, поэтому, пожалуйста, пойди собери весь опыт, иначе мы не сможем продолжить играть. Ты понимаешь, как здесь все продумано? Это просто, это круто, это невероятно. Это круто. Ребят, срочно ставьте лайки. А если вы не смотрели еще прошлые серии, то срочно бегите смотреть по подсказке справа. Я упал. Красава. Итак, для начала мне нужно сделать обычный шлем из опыта. Делается он при помощи осколков из опыта. Кажись, они у меня где-то оставались. А, нет. Но зато есть блоки опыта. Перерабатываем их в эти осколки. Теперь делаем новый шлем. Все готово. А теперь совмещаем это все с легендарными штуками. И ничего не получится. Надо сначала усиленные. Так, с усиленной у меня есть. Так, хороший шлем из опыта. А теперь эпический шлем из опыта. Идеально. О, нет, Акаки, мне нужны еще усиленные склянки. Кстати говоря, начинает лагать намного меньше. Акаки, ты хорошо справляешься. Я знаю. Тебе нужна еще одна легендарная штука. Не-не, мне нужны усиленные склянки. Три штуки. В принципе, одну я могу сделать, кажись. Да, все, одну я могу сделать. Тебе нужна еще одна? Да. Так, с хорошей ботинки из опыта совмещаем с легендарными, получаем эпические. Слушай, а что ты? Ты какой-то богатый сегодня. А, да, кстати говоря, я же недавно миллионером стал в Майнкрафте. Я проживал жизнь миллионера в Майнкрафте. Это, кстати говоря, прошлый ролик, который наверняка, ребят, вы тоже еще не видели. Поэтому жмякайте на подсказку справа. Очень крутой видос. Слушай, займи сотку до завтра. Фра, без проблем, Акаки. Да. Ну, держи. Срочно, Акаки, на дерево, там капец вообще происходит. Посмотри, сколько опыта у нас, Майнкрафт сейчас залагает весь. А кто куриц будет разводить? А потом, да у нас Майнкрафт сейчас сломается быстрее, не сможем выживать больше. Ты мне что предлагаешь, сейчас прыгнуть? Да. Ладно. Так, то же самое делаем с хорошими штанами, легендарными, готово, все. Теперь я полностью эпический. Акаки, ты как умер? Так мне надо было умереть, чтобы на дерево забраться. А ты опыт забрал-то? Да. Все, тогда молодец. Бежим срочно забирать весь опыт. Зомби, отойди, пожалуйста. Так, отлично. Здесь опыта не так уж и много. Большинство опыта собралось на дереве. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо, как плохо. Так, булыжник из опыта, помогай. Отлично. Забираемся на дерево, собираем весь опыт. Акаки, так это вообще-то получается у тебя? Я уже собрал все. Ну, большую часть. Нифига себе, большую часть. Посмотри, сколько на этом дереве. Ты что внизу делаешь? Так оно опять появилось. Акаки, вспоминай. Найди способ, как прекратить дождь. Я знаю способ. Так, и какой же? Дождь, остановись. Остановись. Ой-ой-ой, ты что делаешь, Акаки? Это страшно. Остановись. Страшно-то как? Ты что творишь? Ты идёт до сих пор, Акаки? Ты уверен? Да.
Что? Почему я раньше не знал про этот способ? С тебя 200. Офигеть! Так это, ну, 200 нет, конечно, но есть еще одна жижа, смотри. Держи. О, давай жижу, спасибо. А ты знаешь, что вообще эта жижа делает? Да, она зачаровывает мои предметы. Да, я попытаюсь сейчас... Ты пытался сейчас меня затроллить, да? Нет. Я попытаюсь сейчас встать в эту жижу и надеюсь, у меня будет хорошее зачарование. Поехали. Так, давай, 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 давай. Родись, рыбка маленькая и большая. Нет! У нас больше нету этой жижи. Ты что натворил? Я сейчас лимон съем весь. Ай, кисло, ай, кисло, ай, больно, ай, больно. А ты не зайдешь сюда, понял? Я сейчас сам тебя посажу в это ведро и буду разливать акакия повсюду. Нет. Ну ладно, как скажешь. Боже мой, как много опыта везде. О, у нас появились курицы. И ты их даже развел уже. А на сколько денег? Вот, короче, вот это мне 200 должна, а этот косарь, ага. Точнее, они мне уже их отдали. Вот это 200, а это 1 000 000. Вообще-то моего слышу. А как я, кажется, тебе никто ничего не должен. Тут курочка Джек. Да пофиг мне на нее, а что она мне сделает? А, что надо тебе сделать? Давай, вот, зайди к ней, скажи ей что-нибудь. Ну и что? Давай, да, попробуй. Слышь ты, где мои бабки? Что я требовалось доказать, Акаки? Ну, типа, ну ты сам понимаешь. Шутки с курочкой Джек очень-очень плохи. Хана, если честно. Знаешь что, я уже 2 твоих сородича завалил. Хочешь посмотреть, что я из них сделал? Эх, Акаки, не учишься ты на ошибках, вообще не учишься. Смотри, что я из них сделал, как тебе? Акаки, ты реально хочешь это продолжать? Да. Ты посмотри, что я сделал. Ты же понимаешь, что еще одно слово, и тебе точно капец будет. Да я не буду ничего говорить. Акаки, ну ты смешной, конечно. Кстати, насчет щита, ты где такой щит достал? Я тебе говорю, я сородичей вот этой курочки Джек убил и все. А ну-ка я сейчас посмотрю, как скрафчу. А где? А как? А что? А что, платформа? Платформа из опыта? В смысле, она из чего делается? Из блока. А как я срочно добываем блоки опыта? Тут какую-то платформу можно сделать. Если у тебя есть блоки опыта, срочно давай мне их. У меня есть, но я не буду с тобой делиться. Ну, как всегда, как обычно. Как и мешаешь мне пройти, давай. Их как раз-таки у нас очень-очень много. Так, мне уже интересно узнать, что за платформа из опыта. Слушай, я пошел делать уже. Я пошел делать. А я первый. Нет, я первый, я первый добуду. Ага. До свидания. Успел. И что, зато я первый поставлю. Как она крафтится-то? Я первый поставлю. Нет, не поставишь. Все, платформа из опыта готова. Поехали. 1, 2, 3. Офигеть! Какая бесполезная! А! Нифига она не бесполезная, Акаки, офигеть! У нее радиус просто гигантский! Акаки, у меня есть идея. Что если мы сейчас с тобой построим наш остров полностью из опыта? Ты понимаешь, это не добывается даже нормально. Так, я предлагаю наш основной один блок как-нибудь выделить. У меня есть, например, 3 красных бетона. Точнее, 4. С математикой у меня все хорошо. Можешь отойти, фиксай. Ты что вообще? Я добываю, я ничего не понимаю. Добывай. О, они принесли плоды уже. Смотри, яблоко с опытом. Серьезно, отдай. Еще одно яблоко с опытом. Отдай. Так ты подойди, вежливо попроси у курочки Джек. Уважаемая курочка Джек, я понимаю то, что между нами были с вами разногласия, так что я надеюсь... А, ну спасибо, уже там вылупилась. Акаки, курочка Джек никого не прощает. Срочно, заклинание, срочно, заклинание, давай, да, поехал. Дождь, уходи, ухо, поел бы сейчас бы, как вкусно. Я устал. Кажись, сработал, Акаки. Один добуду. Да. Так, еще тут, Акаки, там зомби, я что-то смотрю. Что такое? Посмотри, это просто. Так, ну, 2 зомби есть. Зомби! Нифига себе! Это что такое вообще? Это ночное нашествие зомби, кажись! А что, полная луна красная, что ли? Слушай, я справляюсь! Офигеть, как их много! А как, что за вообще эпик происходит? Бей их как-нибудь, у меня меч не настолько мощный, конечно! Зато с них падает точно... Меня зажали в угол, как не... Я потерял 24 опыта, Акаки. Так, Акаки, мне кажется, здесь нужно бежать. Так, Акаки, ты пока что справляйся с ним, я буду зачарую наш меч. Постараюсь на что-нибудь крутое зачаровать. Жди меня, давай. Акаки, они даже здесь на меня идут. Слушай, у меня их здесь вообще, походу, 1 000 000 000 уже. Они не заканчиваются, они идут и идут. Так, как они ко мне-то вообще пробрались? Акаки, жди, я скоро. Программа, жди меня. Нет. Упал. Опа, упал, Акаки. Давай, терпи это. Не умирай там, главное. Защити нас, нашу курочек, как можешь просто. Я упал. А они сейчас все на меня пойдут, как ты мог? Так, быстрее, залетай. Залетай. Так, эпический меч из опыта, поехали. Небесная кара, Акаки! Да ладно! Небесная кара! Быстрее сюда! Это же против зомби как раз таки идеально вообще! Что вообще? Как?
С одного удара я бегу! Ай-яй-яй-яй, бежать! Отстань, зомби! Они реально бегут! Конечно, наступают! Все, давай гасить их! Легче, посмотри, просто с одного удара всех! Вот так до меня не дотянетесь вообще! Ой, я чуть ли не упал! Небесная кара, на ура! Ты понимаешь, сила рандома просто помогла нам сейчас! Это отлично, это замечательно даже! Отлично, они все внизу, но они пробираются! Они пробираются по лестнице, Акахи! Они меня здесь зажимают уже! Ничего, нормально, справляемся, еще как! Все, кажись, все! Нет, у меня здесь еще немножко осталось, но я с ними справлюсь. А вот вижу, помогаю! Волна закончилась! Наконец-то! Это было эпично! Это было очень страшно! У нас с тобой 34 пропитанное опытом мяса! Это 34 уровня, и у тебя наверняка еще дофига! 21! И 56 железных слитков! Стоп, мне повезло! Свинюшка есть? Свинюшка, давай иди сюда! Морковь? У меня тоже морковь есть! А как, смотри, она что-то на твою морковку не идет, а вот на мою идет! Заводи! Это была мега эпичная серия, друзья! И мы выжили очередной день на одном блоке опыта! Надеюсь, вам понравилась данная серия! Есть такая серия? Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Акаки, не забывайте ставить лайки и подписываться на каналы. А, я же это уже сказал. А для вас сразу фиксай, также Акаки, не забывайте ставить предыдущие видео, ведь они очень интересные. Акаки, я знаю, что ты хочешь сделать. Поцеловать меня.